Всем привет, с меня Виолетта, и это видео, что я раскрасила за месяц, февраль 2018. В этом месяце я затронула всего 4 раскраски. Да, это очень мало. Из них 2 раскраски я раскрашивала на камеру, одну я закончила, и одну я заканчиваю в процессе. Начну я, как обычно, с законченной. Это у нас творческое самовыражение, 5-й выпуск, ну или же 11-й. Мне подарила эту раскраску мама после Нового года, привезла из Питера. И я ее в феврале просто села и закончила. То есть всю раскраску полностью раскрасила в феврале. Некоторые тут, конечно, картинки раскрашены целиком, некрасиво, а некоторые я, в принципе, старалась, раскрашивала. Просто если мне картинка не нравится, то я ее раскрашиваю абы как, потому что, ну, не хочу я ее красиво раскрашивать. Вот, тут я даже карандашами одну работу сделала, было у меня вдохновение, но не знаю, сейчас... Опять нету. Наверное, надолго. Тут очень интересные вот эти фразочки. Вдохновляющие, мотивирующие. Вот, все работы сделала в этом месяце. Очень прикольно, кстати, так брать одну раскраску и заканчивать ее сразу. Просто она была пустая. А сейчас вся полностью закончена. Да, кстати, корешки, ну, вот эти вот форзацы, не раскрашивала, потому что мне они вообще не нравятся. Я подумала, что... Хотела сначала их целиком закрасить, но подумала, что лучше оставить черно-белыми. Да. Не знаю, мне как-то так кажется лучше. Так, давайте дальше покажу в райском саду картинку. Ну, вы ее видели, так как я ее на камеру раскрашивала. Вот. Фломастерами Faber-Castell Grip. Да, в прошлой раскраске я не говорила, какие у меня там фломастеры, потому что их очень много. Там чуть ли не половина у меня моих фломастеров использована. Так, творческий беспорядок. Давно я ее не раскрашивала. Не знаю, там в кадре вам сейчас влезет, не влезет. Вот эту работу я не на камеру сделала, просто раскрасила маркерами. Мне кажется, не влезает, да? И вторую работу я уже сделала на камеру. Тоже маркерами. Тут вот я запуталась немного. Но бывает. Обожаю, кстати, маркерами раскрашивать в подобных раскрасках. Ярко все очень получается. Классно. Вот, ну, тут котики. Я, кстати, хотела эту работу тоже делать на камеру, но не было времени, потому что, ну, я целый день так по чуть-чуть раскрашиваю. Ну и последняя раскрасочка в этом видео. Это таинственный лес. Я сделала на него такой упор, потому что я хочу его закончить. Здесь у меня все фломастеры Кохинур идут. Вот я вам покажу-то сейчас быстро все. Раскрашивать-то это все очень долго. И вот кажется, как будто за месяц я мало всего успела раскрасить, но на самом деле довольно много, потому что здесь вот работы безумно сложные, особенно если каждую детальку раскрашивать. Вот над этой я долго сидела картинкой. Ну, некоторые полегче, а некоторые я сама прощала, то есть здесь, допустим, все листья желтым раскрасила и все. Да, мне, кстати, спрашивали, почему у меня листья таких странных цветов. Здесь вот, допустим, синие, деревья все желтые, потому что у меня зеленый закончился, а все остальные фломастеры здесь просвечивают. Допустим, вот тут у меня закончился бирюзовый, и я раскрасила штедлером, и вот, как бы штедлер еще более-менее, да? Вот, но остальные все просвечивают.
Хинур, вот Штедлер более-менее. Ну, возможно, еще Стабила, но Стабила не пробовала здесь. Но Штедлер мне жалко для этой раскраски. То есть она мне как бы не очень нравится. Я хочу закончить. Вот у меня осталось тут 22 работы, по-моему. И реально жалко Штедлер переводить у мастера. Ну, еще вот эти мандалы сделала, но тут просто целиком не раскрашено, ничего интересного. Надеюсь, что в следующем месяце я покажу вам уже законченную эту раскраску. Да. Видео это получилось очень короткое. Я знаю, что вы ждали очень долго, ну, целый месяц. Я знаю, что вы любите такие видео, но что поделать, если вот так мало раскрашено. Я сама, если честно, даже не думала, что у меня всего 4 раскраски задето за этот месяц. Честно, думала больше. Ну, еще месяц короче, чем остальные на 2-3 дня. Это, во-первых. А во-вторых, я еще картину по номерам там немного делала. Ну, реально, не очень много. Ну и в-третьих, я хотела закончить раскраски. То есть, ну, одну я закончила, и вторая просто очень много времени на нее уходит. Если в следующем месяце я ее закончу, то, думаю, видео будет поинтереснее, что я раскрасила за месяц. Потому что, ну, и другие раскраски, надеюсь, что затрону. Ну и, собственно говоря, это было все. Да. Скоро вас уже будет 4000, я этому очень рада, вы просто не представляете, насколько. 3000 у меня было в начале января, и прошло, ну, 2 месяца, и уже почти 4000. Для меня это реально очень быстро. Ну, за 2 месяца почти 1000 человек подписалось на мой канал, это очень круто. Просто, серьезно. Ребят, вы у меня самый-самый лучший, обожаю вас. Ну, а это было все. С вами была Виолетта. Всем пока-пока.